Всем здравствуйте! Вы на канале Арбат Хомс и с вами я, Екатерина. Хочу представить вашему вниманию свежий новый проект, который находится в районе Оба, город Аланья. Площадь участка будет составлять, вы только представьте, 21 500 квадратных метров. Расстояние от моря составляет 750 метров. Уже известна дата окончания строительства, это сентябрь 25 год. В данном комплексе будут квартиры с планировкой 1+1, 2+1, 3+1 и 4+1. Квартиры 2+1 и 3+1 это будут пентхаусы, дуплекс. Особенности квартиры: умный дом, теплый пол по всей квартире, видеодомофон, встроенная кухонная техника, кухонные шкафы, шкафы для ванной комнаты, гардероб в прихожей, выводы по кондиционеры в каждой комнате, Wi-Fi, спутниковое телевидение. Для квартир планировок 1+1 и 2+1 будет предоставлено одно паркоместо. Для квартир планировок 3+1 и 4+1 будет предоставлено два паркоместа. Особенности проекта – это возможность получения гражданства, а также подходит для получения ВНЖ. Все квартиры имеют открытый вид, а также большие многофункциональные ландшафтные зоны. В данном комплексе будет закрытая и открытая социальная территория, торговые площади. Служба безопасности и управления комплекса будет работать 24 часа. Инфраструктура комплекса – это открытый бассейн, хамам, контрастный душ, крытый бассейн, сауна, кафе, детский бассейн, парная, детская игровая комната, фитнес-зал, массажные кабинеты, студия пилатеса и зона отдыха. Вы можете приобрести апартаменты в данном комплексе, внеся 35% первого платежа. На остаток платежа предоставляем беспроцентную рассрочку до конца строительства. По проекту у меня все, а я вам хочу рассказать пару слов об этом прекрасном районе, в котором будет располагаться наш комплекс, район Оба. Это престижный район в Алании, расположен всего в 4 километрах от ее центра и в 140 километрах от Анталии. В 35 километрах от него находится ближайший международный аэропорт Газипаша. Пляж Оба в Алании хорошо оборудован. Вся береговая линия галечная и песчаная, протяженностью около 3 километров, очень чистая и ухоженная, благоустроенная для безопасного и комфортабельного отдыха. Благодаря таким характеристикам пляжи были удостоены международной награды «Голубой флаг». В районе Оба, помимо благоустроенных пляжей, есть детские спортивные баскетбольные площадки, футбольное поле, красивые скверы, сады, фонтаны, велосипедные дорожки, центр конного спорта, боулинг и многое другое. Инфраструктура данного района очень развита, и рядом с нашим комплексом будет находиться все необходимое. Это большой Мигрос, больница университета Бишкент, университетская больница, ТЭТ-колледж Алания, метро, Бахчишир-колледж, торговый центр Аланиум и многое другое. Если вас заинтересовал данный проект, пишите по номеру, указанному на экране, подписывайтесь на наш канал, ставьте ваши лайки, а я с вами прощаюсь, всем пока-пока!